Так, и заходим мы в Север Америки называется. Да, место, и у нас Мишка косолапый. Вот он, вот он, вот он. Куда пошел? Куда пошел? Иди сюда. Иди обратно. Ох, и большой. Ничего себе. Головой ромашек. Он, наверное, хочет покупаться, но ему лень спускаться. Здесь у него прудик небольшой. Мне кажется, надо было бы больше. Это он делает зарядку. Молодец, двигается, да? Да, он делает зарядку на ночь перед сном. Видишь, туда-сюда походил, походил. А представляешь, если бы он прыгнул? Ну, что-то такое беспокоит. Итак, кто это у нас такой? Кто это? Это собаки, пустынные собаки. Это пустынная собака. Так, раз, вот он второй сидит. Ямку вырыл. Мы уже гуляем целый день в этом зоопарке и все еще не обошли, все не обошли. Вот их сколько много. Вот она, красавица кошечка. Вот это Кися. Красавица. Красавица кошечка. Кири-кири-кири-кири. Кири-кири-кири-кири. Нет, напротив, сзади. И вторая лежит. Под камушком отдыхает. Грациозная, величественная. Я
Ну, как, знаешь, вот как близко человеку, да, кажется? Угу. Такой вот взгляд очень. Вот они же выживают сами. У них необыкновенный взгляд у этих кошачьих всех животных. Очень необыкновенный. Очень отличается. Посмотри, какая лапа. Посмотри. От всех животных. Ты посмотри, какая лапа сейчас. А это залезло на лицо. Мы идем ту кашу и шутим с Ирой. Ира говорит, а если бы медведь сейчас бы вырвался, что бы мы делали? А я говорю, я бы на дерево сразу залезла. А Ира говорит, медведь же по деревам лазит. А я говорю, да, он слишком жирный, на дерево не залезет. Это что за кукла бегает, а? Что за кукла? Что это за такой одуванчик боженький? А? Да что это за боженький такой одуванчик? Ну что? Топают ножки, топают малышки. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Если попросить его, то можно... Да, он возит вот так. С коляской. Да все это бесплатно. Ну что-то нету желающих никого, потому что никто не хочет ездить. Все а хотят. Американцы-то? Ну да, ну пустой же, ты видишь, поехал. Все ходят, все равно все ходят. Люди очень хорошие, кстати, для них зарядка тоже ходить вот это целый день. Целый день здесь провели, да, практически? Да. До 5 часов, 5 часов закрывается все. Вот с утра пришли, еще все не обошли. Здесь леопарды, только почему-то его нет. Он, видимо, он, может быть, отдыхает, спит. А, вот он, вот он, вот он. Красавец. Смотри, красавец какой! Или она, или он. Ну, что ты выглядываешь? Покажись, покажись. Ай, красивый. There's another one walking around in there. See him? See him? See him lay down over there? Нижний этаж, это у них там дом. Двухэтажный коттедж. И второй на улице сидит. Отдыхает вон он. Это похоже на нашу чайную розу, по-моему. Ну и снова рыбки. Да, мама дает кукор. А ты собачья отдала? Да. Классное видео. Ну, я себе считаю, сколько рыбы засыпаешь. Угу. Настенька, идем. Настенька, пошли, мам, бери. Так, идем смотреть тигра. Птичка. Вот он у нас, тигр. Настя. У входа встречает. В такие улочки мы идем. Камыши, деревья, кустарники. Здесь потише, тишина такая более-менее. Естественно, заграждение. Это все зона тигра. Дверь открывается сама. Не надо открывать ее. Откройся. Вот в этом помещении можно посидеть и посмотреть. Здесь очень прохладненько, потому что они ходят, бродят вокруг. Ну, сейчас их почему-то не видно, но это потому, что сейчас уже к вечеру дело идет. Они, наверное, отдыхают. Всегда такие большие, красивые, да? Угу.
Не видно. Увидела, увидела, смотри, смотри. Видишь? Да, да. Вон, 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 пошел. И второй пошел. Тоже вон в кустах. Пошел, пошел. Видишь, видишь, ходит там, видишь? Да. Идет, 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 идет. Что-то он там возле сетки крутится, вертится, ищет проход, как бы вылезти. И нас тут погонять всех. Надоели вы, скажите, уже. Ходите все, смотрите. Сетки крутится, смотрит на свободу. Пьет водичку. Угу. Он же видит, что там что-то другое, другая жизнь идет, помимо его территории. Thank you.